Привет, друзья мои! Хочу этим видео предупредить об отмене эфира. Такое происходит в первый раз, хотя пару раз я про это говорил. Долго не могу объяснять. Скажу, что были у меня несколько дней проверки определенные, и вчера я уже определился, что я все эти проверки прошел, объявил эфир. Вот. Но оказалось, что проверка продолжается. И вчера всплыли еще одни, так сказать, факты, информация, которую я должен перепроверить, прежде чем выйти с какими-то значимыми сообщениями или новостями. Пока что могу сказать, что все то, что я делал, остается в силе. Голубой луч, мои медитации, энергия Ра, картины, все остается в силе. Вот, все мои поглаживания вот такие. Все остается в силе. Единственное, что мне надо разобраться среди нашей группы. Вот, как только я все там выясню до конца, я объявлю эфир и все уже подробно расскажу, практически ничего не скрывая. Ну, нет у меня такой мысли, что что-то надо скрывать, но выяснить все надо. Значит, что еще хотел сказать? У меня есть одна невыполненная просьба от моего друга. Он просил, то есть его мама просила, чтобы я дотронулся пальцем до монитора, чтобы она быстрее выздоравливала. И мне эта невыполненная просьба, ну, гнетла. Огорчала, короче. Сейчас я ее выполню. И заодно все остальные мамы и папы, и все, что хочет, кто хотят, пардон, пускай тоже выздоравливает. Итак, прикосновение пальцем. Чувствуете? Вот. И последнее хочу заверить, что все, что я делаю, ну, не знаю, клясться не надо, я думаю, потому что клятва – это некое как бы оправдание. Я никому ничего не обещал, но заверяю вас и утверждаю это, что все мои действия будут направлены только на благо людей, и мое эго или там мои какие-то мысли обо мне, они на втором плане находятся. Поэтому вот эти вот испытания или, как сказать, уроки, которые я сейчас прохожу, я потом расскажу, они были тесно переплетены между моими и вашими или интересами всех людей. Поэтому я испытываю ответственность в этом, и поэтому все перепроверяю, и поэтому отменяю эфир. Надеюсь, мы встретимся еще раз. Много раз. Все, пока.